Там зомби сзади. Да забей, мне не страшно. Я уже ничего не боюсь, мне уже вообще похуй. Так, телепортунь, говоришь? Ай! Ай! Ты что сделал, идиот? Чуть не сдох, где я? Ты меня убивать начал. Надо переконнектить. О! Вещички отдай. Иди ты в жопу, у меня нет своих вещичек. Все? Да. Тебя Женя убьет сейчас. Так, так, так. Че? Ой, блядь. Женя, он тебе кидал что-нибудь мои? Ну что ты кидал сейчас это? Я не знаю, что у тебя было. Много кирок, много лопаток. Я забрал только свою, мне ничего нет. Только одна кирка, я только одну подобрал. Сука, чертичек хренов, блин. Смотри. Вот тут вот, посмотри, вон там вот что-то есть. Починил он все, мать твою. Ух ты. Сука. Я тебе, блин, еще починил так. Стекла мне разъебенил. Молодец, блин. Мне тоже, кстати, отдать этот. Угу. Че? Я тебе еще что-то отдать должен. Угу. Он мне весь дом починил булыжниками. Это шкипер. Кипер. Кипер? Ты в линягу, что ли, переиграл? Какой я нахер кипер? А где дырка? А! О, там. Ты мне ебнулся и не выбрался. Мое дерево. Ой, твое дерево. Сопку 12. 16. У меня сейчас бабушка из другой комнаты, такой ЗКТ, что ли? Жень, ты сказал, что тебя папа прогонит через полчаса, прошел час. У тебя у папы часы новые, что ли, швейцарские? Ну, Сань, будешь так не выставить, ладно? Швейцарские. Подожди, дай факел включу, а то не видно. Рот закрой, ты достал с закрытым ртом сидеть. Опа. Ты! Где ты, где? Не важно. Ну. Ну просто я начал делать так же, ты сказал, что не делай так, у меня лучше, я зашел к тебе, это то же самое. Тупой чурка. Получи. У меня сделано нормально. Я тоже сначала хотел так сделать, но потом понял, что мне это не надо. А, так... Че? Ничего. Я спускался, думал, найду там сундук какой-нибудь. Уперся, сука, в тупик. Сундук, блядь, нашел. Тарас. Заебал мне все. Нет, не я, а крипер. Не буду с вами играть ни во что. Илья, а что ты реально, это же крипер сделал. Он в этом виноват, что там был? Да, крипер зашел к нему в дом, спустился в самый низ, совершенно разъебал. А как я его загнать туда мог? Да я просто взял и прочитарил. Ты отдай мой... Ты мой сто? Ты куда украл мой меч? Какой нахуй меч? Я его даже не трогал, я просто посмотрел. Там что-то шипит. Там кто-то умирает, видимо. Валите, валите. Еще один идет! А, отлично. Вы это, еще больше скелетов могли сюда заманить, нет? Простите. Куда? Я одного к себе забрал. Задолбал появляться из ниоткуда и толкать меня во все стороны. Блять, сука, еще застрял сейчас. Блять, сука.
Кому нравится этот момент, жмите пальцы вверх. Какой? Ой, не важно, уже поздно. Запили мне стекла обратно, ты достал. Блять, иди сюда, пидорас. Да не надо, дебил. Да иди ты в жопу. Ты как меня так отбил? Отлетел. Ты ебанат. Хорошо, отлетел. Мои камни, между прочим, потраченные. Да? Объебейся им, ёпта. Не хочу подбирать. Сука. Коль ты мне мозги ебешь тогда. Окошки делай. Дай мне, блядь, стекла, ёпта. Он их разъебал, еще окошки просит. Лопата сейчас типа по голове. А все. Кстати, откуда ты песок-то взял? Да я неподалеку. Че, уголек купил? Да. Так, 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 так. Что мне надо, что мне надо, что мне надо сделать? Во-первых, камень. Все туда, нафиг это мне надо. У меня в инвентаре говна тут вся. А, ну да, точно. А теперь внимание, загадка. Кто ее угадает? Внимание, вопрос. Кто ее угадает? Тот. Господин Грусть, давай отвечает. Вот с нами будет в следующем выпуске. Итак, кто? Одного кто деда. Кто проиграет? Он с нами, да, будет. Одного деда прибавили до обеда, другого после. Кому хуже? Ответы присылайте в комменты. Кто угадает, тот. Еще один железный. Пацаны, кому железный меч нужен? Блять, а? Кто о чем, сука? Повторяю. Одного деда убали до обеда. Другого после. Кому хуже? Ну, вот все. Тому! Кстати, слушай, у меня отличная идея. Че ты пришел-то сюда? Че тебе за залупа тут голубая тут? Три штуки. Пишите. А, это. Как там? Фига у тебя стекло. Я стекло пил. Оставь. Я три стекло штуки. Не трожь. Вообще не трогай. Да? Я его случайно взял. Ну вот на место положи. Спасибо. Ну я три штучки взял, мне нужно. Три штучки? Илья, слышь? Илья, подойди ко мне. Подойди. Сейчас. Сюда подойди. Ну ладно, не хочешь стекла, ты как хочешь. Нагло спихено у меня стекло, отдает Илье. Круто. Да это не в этом дело. Главное, что прищал большой. Вот, слышь, Илья. Куда его ставить? Да, правда. Три штуки. Нет, надо. Ой, блин. Слушайте, а пацаны, а куда грибы можно? Женя! И не кушать. Ой, сам ты простак. Кто простак? Я. Идиот. Я не ожидал сейчас. Ловушка, ловушка дохуя, что ли? Удачи тебе, Сань. Хорошо перепрыгнул, мне понравилось. Мигус. А, он вся стеклами. Слушайте, чё вы у меня тут постоянно бродите? Ну хули ты застрялся раньше всех? Чё думаешь, такой умный теперь? Чё ты такой? БЛЯ! Идиоты!
Я спасся. А ты что, рядом со мной был? Я за тобой жал, ты упал, а я упал на ступеньку, мне повезло. Ну, я на ближнем. Идиоты. Идиоты, идиоты, идиоты. Идиоты такие, как ты. Такие, как ты, берут менты. Нравится, как Булкин двери не закрывает, он уже окончательный. Да ты порядочный, смотри, мусорок. Че, иди в жопу отсюда, урод. Ушел вон. Открыл дверь. Блять. Я тебя сейчас забаню. Не надо. Hit by Булкин. Давай телепортуй с меня тут. Понятно. Да давайте отдам все. Телепортуйся, говорю, на меня. Пизду, давай меня. Тупой. Ты скупой. Мне нравится, что Илья какую-то пизду. Что это было? Кто разбил стекло? Сань, хватит стекла бить. Ты уж второй стекло разбил, идиот. Кто? Ты, когда входил сейчас, нафига стекло разбил? Я тут стою вообще. Ты в жопу. Я здесь субью, понял? Только смахни меня. Где мои вещи? Вон, сейчас. Хорошо, пошел наверх. Вот. Блядь, ловлю. Ты заебал. Все, блядь, я не буду с вами играть. А че это ты опять-то... Да он ноет что-то и ноет. Ноет и ноет. Че ты ешься как баба, я спрошу? Блядь. Мне уже наизусть помню этот маршрут. Ты еще и пешком. Да, я пешком, и что? Здорово. Ты тут появляешься. Ой, ладно, все. Хорошо, я в воду свалился. Последний раз бью и все. И последний, оказывается, смертельный. Это Илья чихнул. Чего, сыр по-шихонски? Стоп, кто меня ударил? Стоп, а что там так типа? Сука. Не здоров. Блять! Вообще один не могу понять, чем вы сейчас занимаетесь. Я пытаюсь тебя стекла спереть. Короче, я отселяюсь. Да, стекла на место поставил. Да ты ничего, я ничего не брал, я на дне вообще шахты твоей приставил, там у тебя сундук с стеклами. Стоп, ты, кстати, пишешь? Нет. Я просто так играю. Блять! Нет! Упал опять. Че было-то? Он упал. Самое интересное, что я упал за две ступеньки, да. Да чего? До финиша. Вообще не понимаю, как там можно упасть. Блин, дайте мне достроить. Дайте покушать. На. У меня 45 FPS в Майнкрафте. Ничего так, нет? Ты сейчас опять хочешь еще разъебать? Чё? Кто? Стоп, кто? А еще двери не хватает, между прочим. Где? Что делаешь? Зарублю! Я обратно его положил, идиот. Один хп оставил мне. Ну нехер. Нет, там ничего не делать. Блин, у меня стекла не хватает. Ты просто не знаешь, как это выглядит, дурак. Мари. Ах, белый лебедь. Ну, значит, 13 минут. Что у нас еще 13 минут играть? Да. Ах ты. Наебал. Эхей. Жень, спас. Самое интересное, что я увидел и успел прыгнуть, но не помогло.
Блядь! Иди сам в воду. А сколько тебе хп стоп? Почти все. Поесть дайте. Жень, я у тебя поесть штырю. Почему Женя самый обеспеченный? Потому что он сегодня с утра играет в эту херню. Блин. Женя, я у тебя покушать украл, братишка. Блядь, кто меня убивает? А, так я сдыхаюсь? 12 минут еще. А у меня все пузырьки, а че за херня? Потому что мы просто начали поздно. Но... Саша, ты ювелир. Жень, я в наглую у тебя стырил всю еду. Офигел всю стырить. Стоп. Я как-то закинул внутрь. На, дружбанчик. О, так я тут жить буду. Стой, на. Покушай, братишка. Вернул. Хорошие крошки. Назад веду, вернул. А че ты пыришься мне своими глазами? Сними очки. Нет очков. Да конечно. Стоп. Короче, давай. Стой, ты... остановись. Тихо, давай так сделаем. У тебя тоже эти блоки светятся? Нет. А у меня да. Сейчас сделаем уютненько. Во. Пошел. Дай факел, втыкни в руку. О, фига. Ух ты, закат. Романтично. Ой, блядь. Подожди, я не тяни. Ну вот. Да ты специально что ли встаешь? Джейм, мы у тебя поселили. О, блядь! Стоп. Я нечаянно. А чё это? Это... Стоп, это чей дом-то? Его. Блядь! Тихо. Давай сюда. Давай. Блядь, чё я парюсь-то? Сейчас я за инструментами схожу, подожди. Я есть. Бля, а кто опять стекло разбил? Вы задолбали. Сань, ты опять стекло разбил, что ли? Хватит, ты чё ты? Я вообще... Понятно. Угу. Ржёт ещё. Это ты ржёшь, я чё не слышу твою капельку дерьма в твоём голос. Вот тут вообще-то инструмент. Спасибо, Женёк. Задолбали бить по стёклу? Да не я тебя бью стёклу. Я вас зайца стелю? Тоже. Ты чё ешь? Чё? Самая главная декоративная херня должна быть вот здесь. Зажигалка? Стоп! У тебя босоножки. Ну да, а что? Ты толкаешь. Так, тихо, миссия началась. Где моя жратва? Дайте еду, слышите, вы задолбали, идиоты. Ну же нормально. Стоп, что это за такое? Блин! Сука! Ебанат. Идиот! Жень! Вода! Вода! Вы чё там натворили? Чё, мы у себя в шахте. Вы чуть не потонули в воде. Мы у Сани в шахте. Да куда ты, блядь, в воду тут трыскаешь? Потому что из-за воды. Чего? Мы вообще у Сани в доме. Фига же они застеклил.
Нахуя ты застеклился? Хорошо, где там замок растет? Чего у меня тогда дерево горело в шахте? Угу, я представил, мы туда это телепортировались как-то так неожиданным образом. Блять, крипер! Где? Вот! Вот он взорвется сейчас! Блять, он сейчас взорвется! Блять, я даже не ожидал! Стоп! Где? Где? Идиот! Как вот он тебя взорвал все! Как я тут оказался? Крипер. Женя! Быстрей! Черт! Убирай! Блять, Сань, тут крипер взорвался, все горит! А я в какие-то текстуры провалился. А. Туши, блин! Блин, дайте пройду. Быстрее. Да вы дебилы что ли? Как? Да тут крипер взорвался, все загорелось. Мы откуда знаем? Блять, туши. Блин, надо блоки ставить. Надо повыше подняться. Блин. Тихо, тихо, сейчас успею. Откуда он там? Издеваетесь, что ли? Откуда крипер взялся, слышь? Я откуда знаю, тебе говорю, что слишком много. Крипера. Туши кровать! Идиот! Блять, туши, ёб твою мать, вы заебали. Тихо, вот тут по. Кто мне кирку бросил? А, все, потушил. Фу, если бы не я, вы что делали? Да, поэтому давай, синхронные прыжки в воду. Горит, горит. А чё крипер, я не понял, почему он теперь, когда взрывается, он поджигает дерево? Может, это вот в 1.8.1 появился, я хуй знаю. Раньше мне такого. Причем два раза еще зажегся. Откуда он взялся-то там, внизу? Хорошо, пришли к Жене в гости, называется? Пиздец, блядь, сходили в гости. Ну ладно, пойдем отсюда. А починить не? Не, вообще не. У меня дерева нету. Ну, как бы у меня в сундуках немало дерева. Да? Да. Ну, сейчас. 5 минут. Осталось. Осталось у нас. А ты дурак? Это камни. Я не знаю, как у тебя тут форма была. Блять, хуй за невидимая хуйня. Чё за, блять, 2D блоки? Ты чё сделал? Да у меня какие-то 2D блоки. Кто ушел? Чё за, блять, да поебень! Чё за хуйня, прозрачно все. Чё за хуйня? Идиот? Чё у тебя творит? Чё наделал? Блядь, зомбак! У тебя ключ, что ли? Да у меня что-то... А, всё, вот уф... Ну, этом оканчивается наша вторая, третья серия, часть. А. Вот, сейчас будет процесс рендеринга видео. Ай, блядь, челюсть. Видео. Вот. Всем пока, короче. Ставьте большие пальцы вверх, там вот наверху. Ну да, да, да. Вот такие большие сейчас. Большие, зеленые. И самое главное, подписывайтесь на канал. Чем больше подписчиков, тем веселее, лучше серии, там я хуй знает. Вот. 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 Женя тут? Нет. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся через несколько дней. Скоро новой серии. Всем пока. А куда Женя-то делся? Так, всем так. Привет. Это третья часть. Не, блять, на самом деле продолжение второй будет там где-то 5 минут. На самом деле мы снимаем уже через 2 дня. А куда он сохраняет видео? В папку Фрабс, да? Да, блять, да. Да. Ну, вот, короче, надо... всем привет. Это, точнее, это все-таки тот же выпуск, но все равно привет. Вот. Мы, короче, я не выспался, а эти пидоры сейчас зайдут на сервер, мы решили чуть-чуть пописать сегодня. Вот, Булкин join the game, как видите. Мне кажется, я... Никуда тут фэншуй сказать, так это я строил, когда мне текстуры включили, я помню. Здорово, Крик. Помоги мне все. Ломай меня. Отлично, дерево сразу. Стоп, подожди, а как... Стоп, подожди, как это произошло? О, отлично. На-на-на. Здорово, очечки очень симпатичные у тебя, чувак.
Ребят, запомните, мы начали писать 13:20. Мне 29. Ну, блять, хули у тебя часы кривые, чё? Мне 23. Слушайте, а где мой верстак? Надо бы мне верстак сделать. Блять, ебучий скелет. Я тебе могу отдать. Да ладно, уже поздно. Подвиньте, пожалуйста. Подвиньте, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Еще. Вообще красавчик, вообще молодец. На-на-на-на-на. Давайте сделаем лодку и поплывем все. Неожиданно. Представил. Так, слушайте, ребят, мне надо это. Я пошел копать, я пошел мне копать. Булыжники. Я пошел копать, я пошел. Блять, коп... я только у меня понял, дома, что... Илья, слышь? А. Хочешь булыжников, у меня дома дохренища. Блять, Тишенька, как вы. Давайте пищи, проведем интерактив и спросим наших зрителей, кто из нас, по их мнению, самый пиздатый. Самый пиздатый. Блять, они все напишут букинг, потому что ты хуйня страдаешь постоянно, и несешь хуйню. Чего? Я вообще плохой мальчик, не надо за меня. А говорить. Жене им нравится меньше всех. А я постоянно бешусь, а поэтому я не симпатичен. Да. Но если б, сука, не я, блядь, этого канала бы не было, поэтому голосуйте за меня. Если вы не проголосуете за Илью, то все. Не, кстати, блядь, мне нравится, вы такие это, блядь. Вы такие, пойдемте, блядь, поиграем, ёпта. А мне это, мне так приятно, блядь, мне вообще, мне потом всю эту хуйню монтировать еще, блядь, потом выкладывать на YouTube, а вам просто прийти поиграть, блядь, повыебываться на камеру и все. И нормально. Справедливость. Хорошо, сейчас у меня был Батхард. А, вот, если, так, кстати... Что, ребят, если у нас будет 1000 подписчиков, с нами будет играть Гагатун. Да, кстати, мы об этом вам хотели говорить сначала. Да, это сюрприз. Был. Был, блять, так эпично сказал. Вот, мы Гагатуну уже написали, он сказал, что если у нас будет, блять, 1000 подписчиков, он с нами будет играть. Так что подписывайтесь на канал, с вами был Алекс, на свидание. Да, кстати, вот кто смотрит, блять, а, хотя сейчас вся школа-то напишет, да, я смотрю, на самом деле это говно, но я смотрю, как пролицеповал, там кто-то написал. Про Кровосток. Ой, блять, точно. Кстати, сейчас был первый раз, когда я перепутал по-настоящему. Блять, ночь. Блять, я что-то хотел сказать. И забыл. А, сейчас. А, кстати, вот примерно сейчас уже закончится серия вторая, и там сейчас будут вот комментарии ваши, вот самые интересные. Вот. Да. Подожди, надо вспомнить комментарий один, там был какой-то. Блять, сука, я уебал. А, вот, вот сейчас, кстати, будет комментарий, то, что Булка не умеет петь. Вот, вот вообще стопудов. Пока. Да, я не знаю. Нафиг я так много песка достал, тут факелы понаставил. Я! Это блять, что, я не заблудиться, что ли? Факела как делают? Палки и уголь? Палки, да. И мозги. Представил, я мозги на палку. По фэншую так поставил булыжники-то. Блин, Сань, ты идиот, нахрена булыжниками было тушить пожар? Саня, булыжниками было тушить пожар? Я опять упал, сука. Саня, ты красавчик. Какой ночь. Блять, почему раньше на Wooden Planks не хотела, а теперь хочет? Ну ладно. Ой. Да ничего, я так о своем наболевшем. А мы, кстати, с вами забыли, да. Забыли. Забыли. Ну, в общем, могу. Че забыли? Как ярко-то. Как отвертку открывать, я не знаю. У меня нет. Пока. А у кого земля халявная? У меня вообще есть. У меня земля. У меня в сундуке валяется целая куча. Чего? Их целая куча. Кто тебе нужен, мама? Майлз? Ты Лост пересмотрел? Мама. Опа, два. Зеркальце. Точнее, стеклышко. А мне потом ратификатор поставить, а то мне все пишут. Я стекло тут, ты стырю, да? Я тебе сейчас стырю, я его начал крафтить. А ты сейчас как на дереве, подожди, стоп. Ты так я делаешь? Сам не понял, как это раньше не получалось, а сейчас я поставил и получилось. Я сам не понял как. Что? Дерево, песок? Я не буду ничего брать, блядь. Мне понравилось, что чисто одного не хватило. Ай, блядь, ногу свело, ребят, помогите. Стоп. А, крипер нет! А, крипер да. Сейчас будет бум. Стоп, мне понравилось, я искал крипер да, как же гурда, тут крипер да. Их целая куча. Блин, ребят, кстати, вот дорогие наши любимые подписчики. Зрители, подписчики. У нас такая идея была очень хорошая. Делать как бы не только видео с Майнкрафтом, но, например, не знаю, с тем же Battlefield хотя бы.
или с чем-нибудь еще. Но, блин, нас тушит жаба, потому что у нас, блин, канал называется Multi Minecraft Advent. А видео мы будем выкладывать не про Multi Minecraft Advent, а про... И всякие... нас отпиздят просто. И нас отпиздят, да. Пошлют туда и все. Но мы все равно... Но мы все равно будем записывать видео не только с Майнкрафтом, поэтому я думаю, в конце четвертого сезона, после, будет уже, наверное, что-нибудь еще, кроме Майнкрафта. Ну, Майнкрафт мы потом будем снимать, а сейчас, допустим, снимаем там, не знаю, Battlefield. Два. Четыре. Значит, сначала Женя его купит, потом мы пойдем снимать. Сначала Женя купит новый комп. Блять, ебучий крипер. Ты, блять, подожди, ты как, ты что, рядом со мной? Крипер. У меня сорвался крипер, а Женя орёт, бля, могучий крипер. Могучий. Сказал ебучий. Блять, у меня крипер. В двери, в дом, стоит крипер. Вот, что ты тут забыл, урод? Давай я его заберу, забрать. Да, пожалуйста. А, пойдем. А, я дверь открыл случайно, а он сейчас взорвётся, нет. Да не взорвется, я его сейчас заманю. Крипер. Ты, пожалуйста. Мне нравится. Стоп, отойди, нет! Блять, Жень, прости, пожалуйста. Я не... А, мне нравится, что дом не загорелся, как в прошлый раз. Блять, нахуй я спал на кровати булки, сука. Почему я этого не помню? Меня теперь ебашит тут, блять, как на дискотеке. Сука, Сань, что у тебя за, блять, кровать кривая? За рэп? Что у меня кривая кровать? Да, блять, иди сюда, помоги мне. Сейчас. Меня тут, блядь, хуячит аж, блядь, трещит. А, блин, я случайно твою вещь подобрал. Иду. Такое чувство, как будто, я не знаю, я ЛСД переел. Иду. Кстати, это баги какие-то с кроватями, вообще непонятно. Да это, блядь, потому что я на Саню на кровать лег, у меня все было нормально. Булк, блядь, помоги. Иду. Ты, блядь, два часа идешь, ты подошел к двери и ушел обратно. Короче, ребят, вот я говорю честно, вот, короче. Если вы считаете, наш канал действительно хорош. А он хороший. Рассказывайте друзьям, кидайте ссылки там, не знаю, друзьям, ВКонтакт. Группу Мэдисон. Везде, короче, нас это... Пиарьте. Пиарьте, да. Если вы реально считаете, что у нас хороший канал, хорошие обзоры. Да, обзоры, вот такие обзоры. Обзоры такие обзоры. Проходники, ага. Это, ну да короче, ребятки, давайте ставьте пальчики вверх. Повыше. Пожалуйста. Да, повыше. Позеленее и повыше. Повыше уже. Да. И смотрите видос, рассказывайте друзьям. И пишите интересные вверх. Комментарии по поводу, что они слушают. Да, пишите интересные комментарии. Ну и что там? Ну, чё, подписывайтесь, само собой, опять я говорю. Нам нужно...